Друзья, 5 минут на подсоединение у вас. Здесь. Слушаю лекцию. А можно как-то побыстрее? Я очень хочу есть. Все, супер. Большой перерыв. Плюс нас еще немного раньше отпустили. И у меня есть полчаса, чтобы приготовить себе что-нибудь покушать. Что я буду готовить, я вообще абсолютно не знаю. Но точно хочу что-нибудь из яиц. И, блин, я хотела еще что-то с сыром. Но сыра нет. Так что зато есть укроп. Как будто бы мне это чем-то поможет, и как будто бы это взаимозаменяемые продукты. Я не знаю, что я радуюсь. Можно еще сметану добавить. Ну вот это уже что-то. В этот раз таймлапс, как я ем, я делать не буду. Мне не понравилось во вчерашнем влоге. Да. Пары мои закончились 2 часа назад, но все это время я очень сильно ленюсь. Лежу на диване и пью чай. Ой, короче, все. Надо брать себя в руки, потому что мне нужно на завтра обязательно решить математику, и, скорее всего, придется разбирать 2 темы, потому что предпоследнюю я так поняла, что я не поняла. Последнюю тоже не факт, что поняла. Вот, еще нужно решить задачи по статистике. А пока что я вон достала куртку весеннюю, потому что на улице у нас 5 градусов, завтра я пойду в ней. И еще нужно поменять зимние сапоги на весенние, весенние достать, зимние помыть, убрать, потому что вчера мне в зимних было очень жарко. Процесс мойки сапогов я показывать не буду, поэтому увидимся с вами, когда я приступлю к учебе.
все дела, которые я хотела сегодня сделать, я их сделала. Поэтому я еще немного посмотрю YouTube и уже пойду спать, потому что завтра мне ехать к первой паре в университет к 8 утра. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться, писать комментарии. И увидимся с вами уже завтра в новом видео. Всем пока!